Самая масштабная акция протеста за последние два года прошла у стен администрации морского торгового порта «Черноморск». Лидеры профсоюзных движений собрали на митинг против руководства порта более 500 рабочих. Главное требование трудового коллектива – отставка начальника предприятия Сергея Крыжановского. Портовики утверждают, что его правление привело к убыткам в 15 миллионов. Кроме того, митингующие обвинили начальство в крупной финансовой махинации. Деньги порта были перечислены в банк, который не так давно был признан банкротом. Участники митинга направили резолюцию министру инфраструктуры Владимиру Амеляну и через две недели ждут его ответ. Мы начнем пикетировать министерство, кабинет министров, обладминистрацию. Здесь будет два бака. Они в это здание, мы их не пустим. Будут проблемы, конечно, у нас с полицией, с законом, но ничего. Мы как-нибудь с этим справимся. Никто из администрации к рабочим так и не вышел, впрочем, на это они особо и не рассчитывали. В отместку портовики создали инсталляцию из мусорного контейнера и чучело с фотографией Сергея Крыжановского.